Мосписочине, как и обещала служба автомобильных дорог, и мы, как Харьковская областная администрация. Сегодня проводятся испытания. Уверены, что все будет проведено качественно, и до Дня города, как и обещали, по мосту будет пущено движение. Это один из мостов, которых в этом году будет запущен. В следующем году будут только увеличены темпы и количество объектов мостовых сооружений. И в этом году уже гораздо больше, чем в прошлом. И также будем наращивать темпы в последующие годы. После того, как мы его введем в эксплуатацию, там сможут рухатися все категории транспортных засобів, которые рухаются дорогами загального користування.